По уже сложившейся доброй традиции, в начале июня в Невельске проходит открытое первенство по парусному спорту. Мероприятие посвящено не только началу летнего сезона, но и дню рождения отделения парусного спорта в Невельске. В соревнованиях приняли участие около 30 юных яхтсменов из Холмска и Невельска. В первый день регаты спортсменам не очень повезло с погодой, но ветер и тучи – не преграда для смелых покорителей моря. Ветер не помеха. Он такой еще. Средненько. Это не штормовой ветер, в принципе. Да. Под него можно подстраиваться. Да. Мы уже гонялись посильнее. Если подстроиться, то будет все хорошо. Первенство проводилось по двум классам – луч и оптимист. Перед началом соревнований спортсмены настраивают свои яхты. Александра Бондаренко занимается на отделении парусного спорта с момента его основания и уже с легкостью справляется с вооружением судна. Я сначала смотрю все оттяжки. Потом, что такое? Давай покажем. Оттяжки – это оттяжка. Вот есть оттяжка, вот оттяжка. И вот оттяжка, она идет по всему гику. Вот. Это гик, это мачта. Она состоит из двух частей – верхушка и низушка. Это оттяжка Кэнхэма, это глотошкот. И вот это оттяжка гика. Это основные оттяжки в яхтинге, скажем так. На таком классе. И шкоты. Потом, лично у меня, если я переживаю, я подхожу еще раз, все проверяю. После того, как все спортсмены подготовили свои яхты к спуску, состоялась церемония торжественного открытия открытого первенства по парусному спорту. Главный судья ознакомил участников с регламентом соревнований, и юные яхтсмены устремились на старт. В Невельске отделение парусного спорта при спортивной школе было открыто в 2017 году. Когда-то в нашем городе существовал яхт-клуб под эгидой базы тралового флота и имел большую популярность, но в непростых В 80-х годах деятельность яхт-клуба сошла на нет. Идея возрождения парусного спорта в Невельске возникла около 10 лет назад. И местной власти, заручившись поддержкой областных властей и спонсоров, удалось воплотить мечту жителей. Вообще, в принципе, данный вид спорта очень востребован среди невельчан. Очень красив, эстетичен. В общем, очень много детей приходит заниматься. Сейчас на сегодняшний день порядка, наверное, 30 человек у нас числится на данном отделении. Дети разновозрастные все. Материально-техническая база отделения позволяет заниматься по двум направлениям: оптимист, луч. Мы стараемся постоянно обновлять ее. Работаем как с спонсорами, так и с собственными средствами. В прошлом году флот отделения пополнился новыми лодками, которые удалось приобрести при помощи Всероссийской Федерации парусного спорта и правительства Сахалинской области. А в этом году при благотворительной поддержке общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская энергия» также была обновлена материально-техническая база отделения. Занятия этим захватывающим видом спорта способствуют развитию смекалки. Ветер, солнце и морская вода закаляют организм, а борьба со стихией и своим страхом тренирует силу воли. Пожелаем отделению парусного спорта дальнейшего развития, а юным яхтсменам добиться высоких результатов в выбранном виде спорта. Служба информации Невельских новостей.